Чопорные англичане никогда не упускают возможность развлечься и ежегодно устраивают необычные соревнования. Скоростной спуск с крутого холма вслед за катящейся головкой сыра. Проходит необычный и опасный турнир так. На счет раз с горы пускают сыр, на счет два в погоню пускается толпа сорвиголов. Побеждает тот, кто первый схватит беглеца. Травматизм, к слову, очень высок. Без бригад медиков такой праздник не обходится. В этот раз к людям в белых халатах обратились 16 человек.